месте. Хорошо, мы приветствуем Константина, интересуемся, готов ли он к диагностике, доверие для нам свое биополе на период сеанса. Доверие, да, он на ноги показывает. Хорошо, так, у него что там, связано, они, да? Ну, в самом где ступни. Хорошо, а, Влад, разрежь, это лазером, один, два, три, и это подключка отправляется в клетку тюрьму, один, два, три. Как тяжесть какая-то. Хорошо, в клетке. Да, в клетке сейчас. Хорошо. И я даю команду счет три. Скэнер скани сканирует все семь тонких тел Константина. Пространство. Намерение притягивается в эту клетку и становится ее заложником. Один, два, три. Сканер начинает сканировать все семь тонких тел Константина. Находит все. Но у него один канал. Хорошо. Кто там? Дем. Демон. Да. Считай цифру. 17. У -у -у. Да, да, Демон, попал ты сегодня. Попал ты, серьезно, крупно. И что ты здесь делаешь? Ну и кто вы? Уладай дай ему удар, чтобы он лег на землю. На пол. Один, два, три. Удар. Снимается все маски, голограммы, демон пристает в первозданном виде. От него выстраивается канал, если есть ответственный. Все, кто связаны по каналам, один, два, три. канал выстраивается, притягивает любых других ответственных, которые притянуты по энергии к биополю Константина. Но он начинает метаться по клетке и говорит, что нет здесь никого. А что ты тогда мечешься? А, демоняка? Больно. О, это еще ничего, это не больно. Больно будет только сейчас. Ты знаешь, куда ты зашел? К нему зашел. Ты зашел к ребенку ангела, который стоит под защитой ангела. Ты пришел нажраться ангельских энергий. Кто тебе разрешал паразит входить в его биополе? На какую частоту ты зашел и кто тебе, и когда это было? Рассказывай. Напряжение. Что напряжением? Все имеют напряжение. Напряженный он был. Ты мог вызывать это напряжение. Откуда я знаю, что это не ты? Я тебе даю вторую попытку сейчас. Демон, ответить мне на этот вопрос. Третья попытка закончится. Но он показывает. Ну, как на школу похоже что-то. И что там в школе? С кого он перепрыгнул? Так, демон, мне это начинает надоедать реально уже. Нет, он показывает, что было что-то тесты или что-то. В общем, он напряженный был. И? И понравился он ему, зашел в него. Где он находился до этого момента? В этом же классе? В другом человеке? В классе показывает. Выбирал, кого поселиться. С кем ты пришел Там в школу? Там портал в школе. И ты пришел через портал и решил зайти. Он в портал, вот он показывает, он смотрит на них, какие он мне показывает у всех какие энергии разные. Ага. И какая энергия у него? Знаю. Демон, да, ты знаешь, ты знаешь это ангельская энергия в принципе или нет, а? Знаешь, правда? Неворуемое время, демон. Знает он. Вот. Поскольку ты знал, что ты делал, демон, Влад, отрежь ему левый рук. Удар. Лазером. Он говорит, я понял, что вы защищаете. Да я не говорю. понял ты ничего. Ты все это знал прекрасно. Ты зашел специально, чтобы законы мироздания изменить или что? Кто ты такой вообще? Говорит, что вы защищаете своих, а мы защищаем своих. Я входил в какого-то демона хоть раз, а ты вошел в человека? Он так что, ваш? Наша работа. Он что, ваш? Он что, подписал с тобой контракт какой-то? У тебя есть какие-то основания находиться вообще в этом биополе? Есть какие-то основания, демон? Ты не понимаешь своего урока. Уменьшая демона в два раза. Да, будет так. Но визжит он пусти, говорит. Влад, дай ему еще один удар, чтобы он отлетел в клетку в конец. Сюда. Один, два, три, удар. Он ты так не поймешь, куда заходить можно, а куда нельзя, потому что ты знал, куда ты заходил. И наказываешься ты сейчас за ложь, которую ты мне здесь рассказываешь. Он говорит, что я пока еще не обманывал тебя. Ты меня не обманывал? Я тебя когда спросил, знал ли ты, что это ангельская это энергия, ты сказал, вкусная энергия. Сказал, знал. Вот. Уже сказал, да? Хорошо. Значит, ты целенаправленно шел в ангела, правильно? Правильно. Вот. Вот за это ты и наказан был сегодня. Хорошо, я спрашиваю Константина. Константин, ты видишь этого демона? Неприятно, да, видит. Понятно. Он зашел в тебя. Ты хозяин своего биополя. Как ты считаешь нужным? с ним поступить, это твое право. Демон, смотри, если он скажет, наказать тебя, я тебя накажу. И ничего тебе не поможет. Ну, он говорит, а можно как-то защищаться от него? Я не готов его куда-то. Ну, давай спросим, демон, сказать... демон, как как от тебя поразит защищаться ребенку 16-17-летнему? Расскажи мне. Это в твоих интересах. Если информация будет ценная, я тебя, возможно, отпущу, если нет открывается перед его клеткой галактическое ядро на счет 3, 1, 2, 3. И он Пентаграмм. смотрит. Закрываем галактическое ядро 1, 2, 3. Итак, я слушаю. Представлять пентаграмму. И? Активировать в тонких телах. Чтобы когда мы видели энергию, видели пентаграмму как защиту. Мне демоны высшего уровня рассказывали, что, в принципе, они уже нашли средства против пентаграммы. И это не особо вас пугает. А как ты смотришь насчет печати царя Соломона? Кивает он. Хорошо. Кон Константин, вы слышали сейчас. Информацию необходимую вы найдете, я думаю, в интернете. Как выставлять эти... Защита. Ладно, хорошо. Возвращая демона его урок 1, 2, 3. Возвращая ему его размеры. Первозданные, 1, 2, 3. Демон, это был тебе первый и последний урок. Все, кто будет входить в ангелов, те будут наказаны строжайшим образом. Показывает класс. Там еще есть ангел. Где там? Класс. Класс, где он? Где портал? Хорошо, не подходи к ангелам. У тебя есть куча таких, которые заслуживают, может быть, твоего подселения. Например, те, которые животных пытают и так далее, и так далее. Вот такие паразиты. Вот к ним можешь идти. Вот. А к чистым людям не подходи. Во всяком случае, те, которые находятся под нашей защитой. Все понятно? Да, понял. Так, что ты оставил в его биополе сейчас? У тебя там есть еще что-то? Или я снял Нет. эти... Вот этот, как бетонировал, ну, что ли, приземлял. Давай, выходишь, вытаскивай все, что ты там оставил. Бетон. Ну, оно в клетке все. А, оно в клетке. Хорошо. И я даю команду на счет три. Остатки негативной энергии на чистоте демона начинает из Константина выходить. Один, два, три. Константин включает внутренний белый свет. Негативные энергии, все патогенные от самого и от демона. Шар начинает крутиться с быстрой скоростью до последней нити. Все энергии наматываются негативные на этот шар. Готово. Большой шар. Но не очень. Хорошо. Открывается портал в галактическое ядро. И производим сброс этого шара. Все, хорошо. Подхожу к Константину. Кладу руки на плечи. Своей собственной энергии сжигая канал к демону. Один, два, три. Открывается портал в галактическое ядро, и остатки этого канала улетают в галактическое ядро. Итак, Хорошо, демон, я тебе все сказал, что я тебе хотел сказать. Я тебя отпускаю по одной простой причине, чтобы ты пошел вниз и передал то, что мы сейчас сделали. Я тебя первый раз предупредил, но если ты повторно зайдешь в это биополе или в членов этой семьи, находясь под нашей защитой, приняя на себя, ты уже никуда не уйдешь. Тебе все понятно? Да, понятно. Открывай, увидишь ребенка в школе, беги от него и от другого ангела тоже. Понятно? Да, понятно. Смотри, если хочешь со мной встретиться, я тебе могу организовать. Открывается внизу портал против часовой стрелки на чистоте демона 1, 2, 3. И демон уходит на свою чистоту, забирает все, что он с собой принес, закрывая, печатая, растворяясь в огненную пентаграмму. Да, хорошо. Давай заправим Константина. Сколько ему нужно энергии, какие вибрации? Что ты здесь будешь делать? Человек, ребенок в школе находится, учится. И тот открывается портал и вылазит этот паразит. Видит, что это ангел. 350 и 28. И у нас вот это как, как бетонная штука еще в клетке. И эта бетонная штука. Под ней открывается портал в галактическое ядро. И производим сброс. Улетает в галактическое ядро до последнего микрона. Все уходит. На переработку закрывай, печатаю, растворяй. И значит три в макушку головы Константина начинает входить семь высоковибрационных потоков по 350 процентов каждый один два три все необходимые цвета начинает от него поступать отдельно поступает канал чистота его вибрации поднимается до числового значения 28 герц пошел подъем наполняем усиливаем мощность потока усиливается Готово синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наилучшим образом. Один, два, три. Хорошо, все. Будем возвращать Константина в его биоробот. И для усвоения энергии возвращаем тонкую копию Константина в систему биоробот душа. Заводим, подключаем его к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация между физическим телом и энергетическими тонкими телами. Готово. И активируем сейчас его биополе Меркаба. Один, два, три. Меркаба активируется. Внутри Меркабы активируется. Пентаграмма. Один, два, три. Золотая пентаграмма. Горит. Крутится в разные стороны. И делаем защитный купол из фиолетовых энергий Абсолюта. Один, два, три. Готово. Я просто хочу сказать еще, что... Представь класс, и как учитель смотрит на класс, учитель-мужчина, он показал демон наверху, наверху на вот, на этой стене, где доска, да, грубо говоря. Он смотрит на них, и с правой стороны где-то впереди, на какой-то из первых парт, девочка сидит, она ангел. На второй или, три, или третьей партии справа она сидит. Справа вот я, я вижу ее, да. Хорошо, хорошо. Ну, Диманяку, мы, в принципе, предупредили. Так что все. Мы закончили. Отключайся тогда. А вот, Константина, и возвращайся в комнату диагностики. Один, два, три. А я на месте.